Приветствую вас на канале Techno Channel. В этом ролике я покажу вам лучшие вертикальные беспроводные пылесосы. Ссылки на все показанные товары вы найдете в описании под роликом. В общем, не буду тянуть, поехали! Открывает наш топ Atwell G9. Пылесос с уникальной запатентованной двойной насадкой для эффективной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров. Пушистый валик обеспечивает сбор крупного мусора, такого как кофейные зерна. А щетинистый эффективно вычесывает шерсть из ковров и убирает мелкую пыль. Для уборки в плохо освещенных местах имеется LED-подсветка. Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность воздушного потока 170 аэроватт и силу всасывания 29 паскаль, что является одним из лучших показателей среди беспроводных пылесосов. Шестиступенчатая система фильтрации воздуха будет полезна в квартирах, где есть аллергики или дети. Система мультициклонов и два фильтра HEPA классов 10 и 12 задерживают 99,996% субмикронной пыли, пыльцы и других микроорганизмов размером до 0,3 микрометра. Особенность модели – интеллектуальная система, которая подбирает мощность всасывания по типу убираемой поверхности, контролирует заряд аккумулятора и заполненность пылесборника. OLED-дисплей отображает режим и остальную информацию. В комплекте 5 насадок для уборки и не только пола, но и других поверхностей. Например, владельцы домашних питомцев могут воспользоваться моторизированной щеткой, которая поможет очистить мебель от шерсти. Российский бренд Volmer предлагает модель беспроводного вертикального пылесоса D703 Cheroid. У этого пылесоса есть ручной модуль. Он позволяет чистить от грязи мебель, подоконники, труднодоступные места и даже сиденья салона автомобиля. На него можно установить две разные насадки, также идущие в комплекте устройства – щелевая и мебельная. Первая имеет узкую форму и эффективно убирает мусор из углов. Вторая полностью собирает скопившийся ворс с обивки, а также волосы жильцов и шерсть домашних питомцев. Аккумуляторы увеличены емкости. При работе на максимальной скорости пылесос держит заряд до 35 минут, чего достаточно для уборки площади 2-3 комнатной квартиры. HEPA-фильтр отвечает за очистку воздуха, удаление мельчайших фрагментов пыли, пыльцы растений и прочих загрязнений, способных стать причиной аллергических реакций. Масса пылесоса 2,3 кг. Благодаря относительно небольшому весу вы не устанете в процессе уборки помещения. Также стоит отметить большой контейнер для сбора пыли. Объем 0,8 литров, достаточно для уборки без перерыва на вытряхивание мусоросборника. Продолжает топ Xiaomi Jimmy JV85 Pro. Модель в красивом цветовом исполнении и с богатым набором насадок для выполнения задач любой степени сложности. Имеет впечатляющую мощность всасывания 200 Вт, позволяющую производить тщательную очистку помещений. Конструктивной особенностью пылесоса является наличие сменных валиков основной насадки. Один из них мягкий и предназначен для твердых покрытий, а другой дополнен рядом упругой щетина и ламелями для очистки ковров. Пылесос отличается повышенной маневренностью. Моторизированные щетки и соединительная труба имеют шарниры, позволяющие самостоятельно менять угол наклона. Для уборки труднодоступных мест предусмотрены щелевые выдвижные насадки и гибкая гофра-соединитель. Jimmy Pro уверенно держит заряд и способен на непрерывную работу в течение 70 минут. Циклонная система эффективно удаляет пыль и аллергены из высасываемого воздуха. В целом, это отличный выбор для большой квартиры. Пылесос полностью оправдывает свою стоимость. К минусам пользователи относят среднее качество пластика. Если ты тут впервые, то подписывайся на канал, чтобы под рукой всегда был помощник, который подскажет, как выбрать тот или иной товар, и подберет тебе самые лучшие варианты по соотношению цена и качество. Спасибо. Dream V10 Boreas Global. Производитель учел погрешности предыдущего поколения, поэтому к 2022 году у этой модели значительно увеличилась мощность и снизился шум при работе. Продуманное исполнение корпуса обеспечивает оптимальный баланс, который снижает нагрузку и добавляет комфорта при уборке. Силу всасывания обеспечивает двигатель Space 3.0 и скоростью вращения 100 000 оборотов в минуту. За длительность работы в автономном режиме отвечает аккумулятор от Samsung емкостью 2500 мАч. Стандартный режим 60 минут, эффективный 30, а мощный 10 минут. При мощном режиме включается надежная система охлаждения, где тепло отводится от аккумулятора и двигателя при помощи специальных воздухоотводов. Система фильтрации состоит из 5 ступеней, удаляя практически 100% микрочастиц, пыли и аллергенов. Мусор отделяется от воздуха и оседает в пылесборнике объемом пол-литра. Удобство хранения обеспечивается вертикальной подставкой с зарядной станцией, которую можно прикрепить к стене.
Tefal TU-6545. Модель от популярной французской компании. Комфорт эксплуатации достигается за счет уникальной конструкции. Пылесос имеет возможность поворота основной щетки на 180 градусов. Турбощетка помогает поддерживать высокую мощность всасывания, а яркая LED-подсветка по нижнему краю позволяет обнаруживать мелкую пыль и мусор, гарантируя качественную уборку. Tefal весит всего 2,3 килограмма, не занимает много места и способен работать на одном заряде до 30 минут. Этого времени вполне достаточно для плановой уборки небольшого помещения. Экологичность устройства гарантирует улучшенные системы фильтрации, включающие в себя циклонную технологию, а также фильтры грубой и тонкой очистки. Вместительный пылесборник емкостью 650 мл не требует частого опустошения, а следить за уровнем наполненности легко благодаря корпусу из прозрачного пластика. Эта бюджетная модель имеет много достоинств, а к недостаткам можно отнести небольшую автономность. Следом идет Xiaomi Jimmy JV51. Этот беспроводной пылесос является одним из самых популярных у бренда Xiaomi, поскольку может похвастаться хорошей мощностью при низкой цене. Сила всасывания составляет 185 паскаль. Устройство очень компактно и оснащено надежной системой настенного крепления. Пылесос оборудован эффективным HEPA-фильтром и вместительным пылесборником объемом 0,5 литра. Автоматическая светодиодная подсветка позволяет тщательно очистить все труднодоступные места. Уровень шума от работы устройства при обычном режиме очень низок и составляет всего 63 дБ. Jimmy JV51 можно синхронизировать со смартфоном посредством специального приложения. Kitford KT541. Это маневренный пылесос с тремя насадками для качественной уборки. Благодаря отсоединяемой трубке-удлинителю модель легко трансформируется в ручной пылесос. Вы сможете легко убирать пыль с мебели, шкафов, а также пылесосить салон автомобиля. Основная насадка является турборешеткой, имеет собственный мотор и колеса для удобного скольжения. Такая конструкция позволяет быстро собирать мусор, при этом не повреждая пол. Kitford имеет небольшую мощность, но при этом вместительный пылесборник с трехступенчатой системой фильтрации. Для уборки труднодоступных мест в комплекте предусмотрено наличие гибкого шланга и специальной щелевой накладки. Пылесос имеет два режима мощности, удобное управление и подойдет для ежедневной уборки небольшой квартиры. Емкости литий-ионной батарейки хватает для 35 минут работы в автономном режиме. При этом стоит учитывать, что заряжается Kitford довольно медленно. Следующий вертикальный пылесос – Dream XR. В небольшом корпусе производителю удалось уместить мощный бесщеточный мотор с частотой оборотов в минуту до 100 тысяч, который соберет на своем пути любой мусор. При этом он отличается тихой работой, например, не заглушает музыку на средней громкости. На ручке удобно расположена кнопка включения и переключения режимов. Пятиступенчатый фильтр задерживает мелкие частицы пыли и аллергенов. Весь мусор отделяется от воздуха и отправляется в контейнер, который легко очищается одним нажатием. Большой выбор насадок поможет убрать пол, ковры, очистить от пыли шторы, постельное белье и одежду. Гибкий удлиненный шланг позволяет добраться до самых труднодоступных мест. В стандартном режиме пылесос работает без подзарядки до 1 часа. При максимальной мощности батарея разрядится через 10 минут, а полностью заряжается за 3,5 часа. Крепление на стену обеспечивает удобство зарядки и хранения, как самого пылесоса, так и насадок. Самый бюджетный вариант нашего топа – BBK BV2526. Это компактный пылесос с 25 минутами автономной работы. Модель может использоваться и традиционным способом, и в качестве ручного пылесоса. Мощность всасывания равна 100 Вт, и этого вполне достаточно для проведения ежедневной уборки и качественного сбора мелкого мусора. Для сбора мусора предназначен пластиковый контейнер на 750 мл, а встроенный фильтр тонкой очистки предотвращает обратный заброс пыли в помещение. Контролировать уровень заполнения возможно при помощи встроенного индикатора. BBK имеет три режима работы с управлением на рукоятке, позволяющим быстро регулировать мощность всасывания. Основная щетка для напольных покрытий имеет подсветку, с помощью которой можно следить за тщательностью сбора мусора. В целом это неплохая модель для ежедневного использования в небольшой квартире. Polaris PVC-S 1101. Маневренный беспроводной пылесос, сочетающий возможности вертикального и ручного пылесоса с ультрафиолетовой лампой для дезинфекции. Удобен для локальной и генеральной уборки, а также для уборки автомобиля. Имеет три режима мощности – эко, средняя и высокая. В эко-режиме работает до 60 минут без подзарядки. Оснащен съемным литий-ионным аккумулятором 2500 мАч, который заряжается за 4 часа. Модель интересна мощностью всасывания и комплектацией.
поставляется с 5 насадками. Мини-турбощетка для мягкой мебели с ультрафиолетовой лампой, мягкая электрощетка для бережного очищения паркетных полов, насадка для люстры деликатных поверхностей, насадка 2 в 1 и щелевая. Также в комплекте угловой переходник для насадок, напольной подставкой крепление на стену. Применена технология Volk IT Self. Благодаря электроприводу на щетке пылесос сам устремляется вперед, а его вес практически не ощущается, а уборка становится проще и приятнее. Пылесос удобен в хранении и не занимает много места, а вместительный контейнер легко очищается нажатием одной кнопки. Ну а если этот ролик был тебе полезен, то можешь отблагодарить меня лайком и подпиской. На канале ты можешь найти еще больше рейтингов техники и обзоров на тот или иной продукт. Напомню, что ссылки на представленные товары под видео в описании. Это был Техно Channel, спасибо за просмотр и до новых встреч!